Всем привет, ребят. Все-таки для спортивного интереса захотелось мне сделать игровой тест на телефон от моей любимой в компании Vivo Z3X. Да, любимая, извините, но к Xiaomi вы знаете, как я отношусь. И купил бы что-то из них, но там с нормальными характеристиками то стоимость чуть-чуть кусается. Но взамен вы получаете, по качеству, все лучше. Что мы имеем? Что в телефоне идет 710-й дракон, у нас 4 гигабайта оперативки, 64 из постоянной. Идет экранчик 6,3 и Full HD от ребят. Единственное, что смущает, аккумулятор 3100. Но в чем суть? У нас есть и быстрая зарядка здесь, и телефончик, что гляньте, до какой степени он тоненький, в комфортный, ты держишь его и кайфуешь. Разблокировка у нас есть, если захотели, автосканером со скоростью звука, если захотели, естественно же, открывается с помощью от лица, все комфортно, удобно, и претензий в плане включения и работы в телефону абсолютно нет. Динамик классный и громкий идет, в телефоне есть 3,5. Но, к несчастью, китайцы отказались от USB Type-C, от ребят, к которому мы уже чуть-чуть попривыкали, и здесь используется стандартный микро от USB. По камерам вполне, все окей, пусть тут, знаете, нет вот тех цифр, там 50-60 пикселей, но телефон же включается и срабатывает вполне, все классно. И для игрушек у нас, естественно же, что идет, ребят, специальная оптимизация, чтобы вы себя комфортно чувствовали и не звонили вам и все полностью. Я думаю, что в процессе игры вы всю эту тему увидите по аккумулятору, пишется, стартуем столько-то процентов, я со своим заиканием мне иногда клемает и говорить мне бывает тяжело. И с подсветкой включил специально в 50%. Я считаю, что в целом все окей. Единственное, что я смотрю, что включенная у меня еще и функция OTG. Но это я не считаю, что, знаете, смертельно. Так, спутники все отключены, чтобы вы увидели, что включен игровой, включен в телефоне игровой режим. Есть так. Что-то я включил не то. Ждем. Кстати, включается впервые, я не знаю. Экранчик, Full HD. В целом в паре и 710, и 464 должно вполне его хватать. Сделаю чуть-чуть тише, а то, знаете, стыкаемся с YouTube. Они бывают чуть-чуть кипишуют по поводу использования, что мы включаем игрушки из-за музыки. Стыкаемся с таким. Включаем. Включить. Есть. Отмена, идите лесом, не дождь, включится Google. Играть, значит, просто включаю. Да, и все. Я думаю, что самое попроще. Единственное, чтобы, знаете, установил бы Play игры, то было бы попроще. Но суть в чем? Сколько съедает аккумулятор в полчаса? Вы что, учитываете, что телефончик-то тонюсенький? Абсолютно идет, и я не знаю вообще, с чем это все окончится. Но попытаемся. В чем плюс, что игра используется на все 100%. Единственное, сейчас я со старта отключу обучение сразу. Честно, вообще такую тему я не люблю. Звуки и всякая фигня. Вперед. Но включается, я, по-моему, смотрю, что все идеально здесь. Претензий к нему нет. Единственное, что включаем по установочкам, настроечки, звук дисплей, отключаем музыку. Кстати, чтобы не было кипиша, включаем в картинку стандарт. Естественно же, у нас окажутся те люди, в которых что-то не нравится. Знаете, они стабильно оказываются. Но суть в чем, чтобы мы увидели, сколько телефон с 710 с аккумулятором 3100, Full HD и 6,3 скушает в конечном итоге за столько времени. 30 минут попытаемся играть, а там уже сколько получится, вот, ребят, столько будем в конечном итоге и играть с вами. Но в любом случае, знаете, я так думаю, что все классно будет, но хотя
там ждать показателей, что изумительных, вот я бы и не ждал. Но я вот знаю, что телефон — это просто сказка, так что здесь будет огонь. Тем более, что стоимость его особо не кусается. Да-да-да, я знаю, что у нас есть дрифт. Но я ж нажимаю. Ты что такой? Давай, до свидания. Ну, ребят, картинка супер, но я не спорю, что вот я включил с минималками, стандарт, скажем так, то из этого, знаете, оно 100% изумительно идти будет. Здесь тоже, скажем так, еще ждать чего-то я бы не ждал, не хочу лукавить. Ай, красава, Леня, правильно, да? В конце так все аккуратненько. Звук, вдруг кому-то кажется, интересно, вот, с моими AirDots'ами и со вторыми кричат на ура, вообще, громкости вполне, для меня отлично хватало. Вот, ребят, здесь претензии по звуку, абсолютно вот ноль у меня. Телефон вполне справляется. Единственное, что я что-то включил, какую-то хрень. Так, Ну, я всегда, знаете, вот бывает, ты косячишь, то и косячишь. Кстати, я же температуру упустил. Но по опыту в 710, то вообще, знаете, вот после теперешних современных телефонов, то ты офигеваешь просто от разницы того, что ты, что для тебя китайцы обещают и что-то, конечно, в итоге получают. Я уже только что делал. Полетели мы в облака далекие. Нет, я хочу спрыгнуть. Что, нельзя спрыгивать уже? Все? Здесь хотя бы, знаете, вот красиво вот эти эффекты, как прыгает автомобиль, все блики, эти все плюшки и с ним. Что, умнички. Так, я надеюсь, что все увидели, что игра включается вполне комфортно. Включаем игру, я не знаю, меня и штурмовали, и просили включить в Cover Ops. Вот видите, что включился игровой помощник. Я так и не понял, в чем плюшка, но... Так, включаем Agree. Кстати, я впервые играю в такую игру. Для спортивных интересов, хотя бы, знаете. Честно, самое больше жду игру в Call of Duty Mobile. Ребят, я не хочу лукавить. Но там, кто поиграл, то вы просто офигеете с нее. От графики ты уже, знаете, уже заканчивается эпоха, хреновых телефонов. И ты в конечном итоге получаешь уже тему. Перезарядиться, ага. Знаете, вот по графике, в плане, вот я сделаю чуть ближе, чтобы вы увидели, игра мне не нравится абсолютно. Вот я уже акцентировал, что, знаете, ты стыкаешься и с нормальными, с телефоном, и уже все не то. Переключитесь на АК. Так, раз. Так, конечно же, с автоматом чуть-чуть поинтересней. Игра идет комфортно, плавно, за детализацией. Ой, я помню эту хрень. Ой, боже. И кто меня попросил вот эту игру, а? Вы мне скажите.
Да он не попал. Идет. Аллилуйя. Мы попали все-таки куда-то. Мы попали все-таки куда-то. Ребятки, ну, хотя бы, ну что, для спортивного интереса попытаемся хотя бы чуточку пострелять по кому-то. Обзреть бомбу. Где бомба? Ага. Не, я так понял, что это идет, ну, типа в Counter-Strike, да? По управлению. Слушай, сделано все вот неудобно, абсолютно некомфортно. Не знаю. Я не хочу вот рассказывать, что это комфортная игра для игры. Я не спорю, что есть люди, которые в такое диво играют, но, скажем, 100%, ну что, вот Леня к ним не относится. Ребят, я не хочу лукавить, я в такую игру бы вот не играл. В Call of Duty то было, ну что, действительно, хотя бы, ну что, динамики и чуть-чуть, знаете, как-то поинтересней. Так, у нас будет первые 10 минут. 10 мин. Мин, 20 мин. 30 мин. А там уже сколько поиграем, то столько, ну что, и получится в конечном итоге. Знаете, суть в чем, чтобы вы хотя бы, ну что, увидели плюс-минус. Кстати, по аккумулятору, ну что, съела в течение 10 минут 1%. 94%. Ребят, я вам скажу, что вообще в циферке окей. Угу. Да. Ага. Ах ты. Да, и все-таки закончилось, что Леньке попали кто-то в шайбу. Ну и фиг с ним. Тут суть в чем? Показать. Ребят, я всегда акцентировал на этом, что нам надо... Хай, я ему в голову еще попал. А заканчивается потом нахоть. Так, знаете... Впервые у меня получается играть в такие игрушки, даже чуть-чуть. Ай! Ай! Ага. И в спину стреляет. Пост. Знаете, я в такое чувство, что только играю один Ленька в эту игру. Скучно, вот мне интересно. Или мы, я так понял, надо, знаете, что с компьютером здесь в конечном итоге, ну что, играем, из-за этого так все как-то скучно, динамики тут нет. Из-за этого что делаем? Отключаем. Игра абсолютно вот не заслуживает, ну, что, внимания, и чтобы вот я отвлекал, ну, что, всех вас абсолютно от этого дела. Ребят, в таком случае что? Стартуем, естественно же, из моей любимой игры, ну, штанчики. Здесь вот видите, ну, что, включается оптимизация системы, все, ну, что, и процессора. Вот, из этого я люблю, ну, что, Vivo. У компании Huawei, ну, что, называется, как там, GPU Турбо, там и всякие, ну что, умные слова. А здесь они просто, ну что, игровой режим, игровая коробка. Уже знаете, кто хочет, те придумайте слова. С настройками. Изначально, по идее, я включал все по максимуму. Единственное, включающий 16x. Смотрите, что здесь с разрешением. Я так думаю, что будет, ну что, чуть-чуть все-таки притормаживать. Но в любом случае, я так думаю, что будет, ну что, интересно. Ну, штанки все-таки, ну что, игра чуть-чуть поинтереснее. Вот единственное, что в кувыркну, чтобы вы, ну что, FPS-ку, ну что, все увидели, и сделаю, наверное, чуть-чуть ближе картинку вот так.
Да, терпимо, надеюсь, будет. Потому что извините, что плохо, но камеры в ПК у меня нет. Потому что пинг, я смотрю, 111, я не знаю, что это значит. Но вот такая цифра. Так, у нас точки на Си. Что, ребят, бой. Что сказать, у нас, я так понял, один АФКшный сразу. Еще один Т-54. И пара-па. И как обычно, в кусты все очкуны. Так, смотрите, пока по FPS-ке указывается 60, но я так думаю, что в конечном итоге циферка чуточку изменится, но играется вполне комфортно, абсолютно. Все-таки чувствуется 710-й дракон, это процессор, конечно же, для игр. Парам-папам, привет. Ай-яй-яй-яй, сейчас Леньке як даст. Под зад. Че он в кусты убежал? Я что-то не понял. А стреляться то кто будет? Так, ребят, смотрите, в кое FPS-ке пока 60-ка идет. Я, конечно, ну, цифра ок. Ну, засветись уже. А там их два Т-54-х. Офигеть. Привет. Чего мне не селится? Угу. И в травичку лупим. Ничего. Но по FPS-ке, вот смотрите, стабильная 60-ка идет, что от меня, несомненно, осчастливило. Давайте это будем добивать уже. Добили, у нас еще есть смертник. Ой-ой-ой-ой. Ложьте попадать. Потому что в чем прикол, что купил самую топовую пушку и эффективность ее, ой-ой, IMX. Вот с этим способом надо чуточку быть посерьезнее. Там тем более и с 8. Так, ну что, FPS-ка чуть-чуть спускается и пишется у нас уже 58. Ребят, ну, скажем, что для information я в любом случае буду трендеть и рассказывать, что, куда, к чему и как. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то, слушай, интересно те труды. Но вот я говорил, что компания Vivo это просто в телефоны. Пока на данном этапе это просто огонь. Эй, я ему в траву попал. А нет, он еще живой остался. Привет, ИС-8, офигеть. А, не, это М4 Паттон или что? Так, ребят, по FPS-ке 60-ка идет, красава. Я закончил еще бой вполне терпимо и красиво. Пока все окей с температурой, кстати. Потому что, извините, я бывает заиграюсь в 38,4 градуса. Показатель вполне окей. Включаем по установочкам и давайте снова динамичный в танк, чтобы хотя бы, вот знаете, с простыми, ну что взял бы КВ-2, то он... Ну что, вот не показывает в полной, как, ну что, он просто в черепаха и теремпайцев, ну что, вот еле-еле по чуть. А здесь о, кочегарит по полной, блин. Тем более, ну что, и пушка топовая у нас идет, у нас здесь, ну что, все полностью, ну что, в полный в топ идет, то стреляться уже, вот, ну что, вполне... комфортно окажется. Вот, ребят, ну что, извините за освещение, смотрю, что все-таки чуть-чуть втемнит, и помощница еще пришла, для папы надо помогать. Опачки, и попытаемся, знаете, вот, я смотрю, что вот есть вот люди, как называется, светлячки. Я буду кем? Тю! Впервые попал еще кого-то даже, и со старта, вот, ребят, ну что, ЛТТБ, чтобы не засветил от Леню, то это, конечно, диво. Привет. Ну, давай. На! Хе-хе. Ты с пурхалкой, ты мне даже вообще ничего не сделаешь. Единственное, чтобы, ай, вот когда в спину стреляют, вот это, знаете, вот, ребят, уже бывает чуть-чуть обидно, то лучше идти в бой. А то тут будет Леньке... Ой-ой-ой. Вот это, конечно... Папандос у меня по полной. Пацаны. Да. Ну тут
Конечно же, из меня сделают лепешку. Но, ну что, в любом случае, я попытался и старался, ну что, для вас, чтобы вы увидели вообще конечный итог, что, к чему, куда и как. Так, ну что, включаем по установочкам и испытаем, что все-таки еще 16x. Не, ну что, включено 16x было. Так, ну что, извините, вот заговорился, у нас еще есть, о, танк, ну что, вот любимый вот мой. Вот единственный, ну что, из танков вообще, вот на котором вот я не умею играть. Но в любом случае, знаете, он, ну что, в плане стрельбы, ну что, вполне окей. Я еще за компанию, ну что, идет, купил его, и ну, сейчас меня, ну что, деньги по полной сберли тогда. Так, это все отменяется, экипажа, и делаем пока, ну что, тише. Так, ребята, надеюсь, ну что, видите, что FPS-ка стабильная, 60-ка у нас идет. Ну, чуть-чуть спускалась до 59 и 58. Это показатель вполне окей. Пока я вообще супер. Ну, что, впечатление о телефоне, то осталось, ну что, классно, действительно. Тем более, ну что, стоимость... Конечно же, есть ему альтернативы, я и не спорю, не хочу, потому что доказывать, что их нет. Но вот, ребят, знаете, вот одни хотят Xiaomi, а вторые, потому что ищут такие телефоны, чтобы что-то хотя бы вот чуточку было поинтереснее. Ой-ой-ой, СУ-152, это ж как серпом в почку. Так, а далеко она хотя бы? Ну, а вдруг успею точку захватить еще? Хотя я в чудеса сильно вот не верю. Но, ну что, точку, я считаю, это самое главное захватить. Так, и давайте принимаем пацана. Там, да, у меня 160. Но хотя бы в каждые 4 секунды я луплю, там 3,6, по-моему, у меня есть. Так, по аккумулятору у нас съело, ребят, 5%. Ну, я там не спорю, что, ну, что где-то я стартовал не так или что. Но в любом случае, 90% аккумулятор только что показал. Уже, скажем, кто верит, то пожалуйста, а кто не верит, то извините. Такое дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты кусок. Шоколад. Да, конечно, ты со своей перезарядочкой. Опа. На. Ай, красава, Ленька, да? Вот я говорю, ну что, в чем прикол 4 секунд, ребят? Не попал. Ай, ай. Вот эта бэшка решила взад идти. Ну, это, конечно, чуть-чуть стремновато. Ну, у нас есть ВК. Привет. Так, нам вот эту башку надо лупить сразу. Опачки, пушка. Самое обидное, знаете, в такой ситуации, вот я что-то попал и гуслю ему. И все равно оно в конечном итоге, он остался в живых. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ты уже смертник. Тем более. Так, ребят, ну что, в 5-1 пока все окей. Единственное, мне кто-то сбил гуслю. Осталось, что нам искать кого-то другого. И в целом пока все окей. Идем дальше в бой. Так, точка Б. А он, знаете, где ихняя база? А карта где? Ну что, извините, такая дистанция, что я... Я не хочу, ну, обманывать, я вообще абсолютно нифига вот не вижу здесь, что, куда и как. Но я так думаю, что из 2 сейчас будет 2 секунды и... Ну вот видите, ну что, точку я поспешил захватить и победа. Но в любом случае, ну что, вот мы умнички и попытаемся еще включить игру PUBG. Здесь уже тоже будет, я считаю, что... Кому-то в конечном итоге интересно. Разрешаем. Ну,
Потому что, кстати, я впервые включаю. Единственное, что сделаю все-таки, ну, что чуть-чуть дальше, знаете, для, ну, что глаз, чтобы, ну, что вот не уставали, что близко. Тем более, вот мне уже писали, что камера хреновая. Мне... Так, ребят, ну, 39 градусов споймали даже. Ага, ага, видите, вот такие цирки бывают. Но пока отыграли в 23 минуты, там, с копейками, и съела 6%. Показатель пока супер. Я не знаю, что дальше будет. И за компанию, вот, чтобы вы, ну, что все увидели, какие сейчас, ну, что включатся установки. Вот мне самому, ну, что интересно. Так, я включаю, что гость лучше. Принять. Мне аж просто, ну, что интересно. Обычно вот 710-й, то включается, что да. Имя придумаем, потому что умное и замысловатое для себя, какие-то куча букв, а то, знаете, казалось так, потому что иногда ты играешь. Ну что приятно, кстати, всем огромнейшее спасибо, потому что в танках, потому что приятно вот читать, что люди мне пишут. Мы там подписчики, ну, средняя включилась в настройки, на удивление, кстати, я думал, что лучше будет. И в чем суть, вот, ну что, вот, ребят, ну что ты читаешь и, ну что, просто, ну что, получаешь удовольствие от того, что, ну что, вот есть, ну что люди в тебя смотрят, в тебя, ну что, уважают, хотя бы как минимум, ну что, пишут красивые слова. Спасибо, ну что, всем. Я в танках от Зики из Китая иду, ну что, вдруг кому-то захочется, но вот честно, единственное, ну, лукавить, ну, что-то не буду. Я так и не понял, ну, что прикола с, что такое играть. Ну, что взводом, как и что и где. Так, пока включается, тут, ну, чуточку притормаживает. И сделаю громче, чтобы звук, вот для меня стабильно, вот я играю, ну, что в такую игру, вот для меня, что громкости чуточку, вот не хватает. Ребят, дайте ему в морду. Ну, хотя бы раз, ну, хотя бы два. А то, знаете, вот с такими слуховскими шапочками, потому что бегают и только бить надо всех. Вот я так считаю, вот, потому что отличное мнение от дяди Лёни. Куда убежал? Так, ребят, потому что эффекты, естественно же, все включены в картинках, потому что изумительно, у нас есть и блики, и все плюшки, которые существуют на теперешний, потому что день. Скажем, ну, только играй, кайфуй и получай удовольствие от игры. Ох, какой здоровый остров, твою дивизию. А где же оно будет уменьшаться? Место 8, 6, 5, 4, 3. Не, я, наверное, спешить тут не буду, а то я так думаю, что в центре где-то будет. Ладно. Там их скакнуло 15 штук, то я так думаю, что оптимально. И лучше к мосту поближе, знаете, ну, для того, чтобы, если что, то на ту смотаться на ту территорию. Так, пока по времени все окей. Кстати, уж чувствуется, что телефон становится в теплее. Я не скажу, что он конкретно, ну, что греется или что, но стал определенно все-таки в теплее. Вот еще тут автомобиль оказался, то было вообще просто офигеть. Чтобы вы еще и увидели вообще. Смотрите, как классно. И в туалет. Сумка и каска у нас есть, и патроны. Ну, нафига мне надо, если мне надо что-то для самообороны. Ну хотя бы в пурхалка-то тоже ничего покатит пока. Чем с кулаками, то тоже особо ты не отмахаешься. А автоматы я люблю, ребят. Да, да. Автоматы, я думаю, и все адекватные, ну, что люди любят, и пистолеты любят. Стреляют. Это хорошо. Парам-папам. Ну вот. Куда ж ты спешишь, а? То ж только игра началась, а ты уже меня убиваешь, а? Вот.
Так, что там у нас по оружию и патронам? 22.50. Это за мало, а здесь 15.50. О! Все. Окей. Ну, штанишки и обувь, наверное. Хотя, чтобы стать симпатичнее немножко. Так, ну что, по плану у нас было. Не, все-таки я смотрю, что лучше сближение сделать, да, чтобы вы хотя бы чуть-чуть все увидели. Но в картинка и графика здесь вот, ребят, вообще окей, абсолютно, со средними условками. Но, знаете, я вчера вот играл на Lenovo Z6 Pro с максимальными там установками. Это просто отличие, не то что вот, ну, ты попадаешь вообще в другую, потому что измерение, потому что эру, знаете, картинка там просто изумительнейшая была. Ты, ну что, игра, я не знаю, ну что, впечатление, и телефон оставил, ну, целую кучу, и все полностью действительно круто. Но естественно же из недостатков стоимость, ну что, телефона, я считаю, что, ну что, для телефона это дорого. Ну что, да, у тебя вот вдруг есть какие-то вот, ну что, лишние деньги, то покупай, я не спорю. Но, знаете, за телефон столько отваливать, я считаю, что это слишком за много. Это чисто я так думаю. Да, в любом случае, кажется, что те люди, кто против будет. А, смотрите, отыграли в полчасика, у нас съела вот эта ручка. Закончилось 87%. Вот, ребята, что получается? И 60 минут 16%. Пока. Ну, естественно же, за компанию, вот что мы делаем? Попытаемся, ну что, все-таки хотя бы в чуточку поиграть, а вдруг что-нибудь, да, ну что, получится, тем более, что у нас так, в тут мост, то лучше втусуемся к мосту, наверное. Ну что, громкость, ну что, в целом окей у нас идет, значит, здесь плохого нас ничего не ждет, за исключением, что какие-то придурки, ну, что будут думать, что они крутые, и попытаться купиться с нами. Так, я смотрю, что вот в этом домике что-то должно быть, вкусняшки. Толковая аптечка хотя бы есть. Это уже мне радует. Патроны, еще какая-то хрень. Бензина мне надо. Такой, кстати, знаете, специфический дом идет. Ну, вот так, если честно. И, ребят, ну что, включаем бег. О, я кого-то вижу. Парам-папам, Аленька снова молодец, минус один. Да, стыкаемся с таким. Красава вообще. Что у него интересного есть? Нифига. Я футболку можно надеть, хотя бы, чтобы стать, знаете, чуть-чуть покрасней. Вот, ребят, что вот самое больше, скажу честно, ждал, чтобы вы увидели. Ах ты кусок шоколада. Дай нам тебе сейчас. Вау! Вот и все. Ну что, вот, ребят, все экономненько. И сэкономил и патроны, и за... Ну, короче, стало человеку плохо. Только, по-моему, я в другую сторону еду, не так, куда надо. Да, потому что, видите, вот все-таки я угадал. Где твой долбанный мост? Ага. Так, ну, конечно, вот с музыкой вот это меня не сильно устраивает. Но в любом случае, ну что, извините за комментарии, я специально, ну что, пытаюсь чуточку перевкричать. Чтобы, ну что, YouTube не кипишевал, что мы используем не лицензированный контент. Офигеть, это мне тут надо полмира откатить. Где все люди? Колбаса. Бесплатная колбаса. Угу.
Не, ну знаете, вот на автомобиле хотя бы вот не так, ну что, и скучно. Ты катаешься, вот смотрите, ну что, абсолютно и не глюков, ну что, не тормозов, абсолютно от ноль. Ай! Вот это я лупился. Так, курс лечения пока. Достань ты уже. Угу. Но хотя бы, потому что пиво еще лупанул и все. И можно уже. Вперед, вперед, вперед. О, вот что я хотел еще. За компанию изменяем автомобиль. Так, кстати, все на все убито 35, ребята. Это мне статистика вот не нравится. Обычно уже за 2 секунды 50 и становится уже в такой ситуации поинтереснее. Но в картинке я акцентировал, что все-таки все игры ушли вперед в конкретно. И, ну, это просто супер. И я вспоминаю, знаете, вот была игра, блин, как она называется, с таким, ну что, и с лысым чуваком, ну, с автоматом, ну что, бегал. Бляха-муха, это вообще, ты попадаешь в цивилизацию, и себе думаешь, вот это круть, я что, блин, уже с толковым, ну что, и с телефоном. А вот единственное, что плохо, что из головы, ну что, ушло, вот как, ну что, игрушка-то называлась. Ну что, извините, уже старенький, не помню. Вот я в то время еще, по-моему, не, уже не в институте учился. По-моему, я старше был уже чуть. Ган. Экс. Ган, пауэр ган. Нет. Стрельните по мне. Хотя бы одна гнида. О, только что и споймали чуть-чуть. Был тормоз. Пара-па-па-па-па-па-па. Есть. Пара-па-па-па. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну хотя бы на 2 секунды. Знаете, я смотрю, что тут. Ой. Вот это я стреляю бодро, да? А, пацаны, учитесь. Так, тут я смотрю, что автомат хотя бы из патронов побольше. Там... А, это что, красная зона? А если я в туалете буду сидеть? В теории мне ничего не должно быть. Но лучше искать дырчика и текать отсюда дальше. Кстати, осталось в живых 57, так что уже будет чуточку поинтереснее. Так, у нас по плану тусуемся в центр карты, а там уже как жизнь покажет вообще что, куда и как будут идти, ребят. Не, ну бункер я тоже не хочу идти. Скучно, неинтересно. Потому что тут по плану центр, а там уже пока посмотрим, что, куда, к чему и как. Где ты? Ну и чего было высовываться, ты мне скажи. Вот я, знаете, от таких людей умников. О, скалетурный поселочек. Я его добил, наверное. Бежим добивать дальше. Где ты там? Красава! Опа.
Да что ж ты, блин? Вот издевается, вот вы скажите, вот Леня тихонько, ну что, вот ехал, никого не трогал. Нет, обязательно поумничать, что, ну знаете, попытаться постреляться с Леней. Чего? Давайте, знаете, как говорил Винни-Пух, жить дружно. Нет, о, хотя бы, ну шкота прикольная, правда, синенькая. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу синяков. Парам-па-пам. И такого долгого и нудного обзора. О, ура! Где? Ну покажите, то есть есть игра Fortnite, где показано, кто откуда стреляет. Ну сделайте то же самое, а? Фигушки. Козл... Чувствую, что ближе и ближе. 53, и я пятерых убил уже. Тоже, в принципе, терпимый показатель идет. Так, ну, ребят, что? Вперед, вперед и только вперед. Кстати, стоять. Пиво. Ты пьешь или нет ее когда-нибудь? А, я так понял, что эту колымагу становить надо сначала. Опачки. Раз. О! Теперь, ну что, с помощью энергетика, то будет и не скучно, и веселее. Хотя бы ехать. Вперед, 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 пацаны, давай. Ура, ура, ура. Опа! Есть! 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 Еще немножко. Пара-па-па. О, и помощница и как раз пришла и скажи, папа, скажи, Адриана, всем привет. Работе, мама сказала, на работе БДМ, папа. Ага, так, ребят, ну что, извините, потому что все-таки мне придется, ну что, тупо отключиться, а то уже, естественно же, пришли же дети, и в любом случае, ну, знаете, семья это самое главное, потому что думайте иногда об этом. Я специально еще включил в Throttling тест. Вообще, смотрите, потому что в целом отыграли мы 41 минуту и съела по аккумулятору сколько? 11%. Сейчас я сделаю чуть дальше. Так, раз. 41 минута. И съела 11%. Вот, ну что, толкуйтесь, ну что, плюс-минус. По автономности, ну что, все окей. По тротлингу, я не знаю, ну что, для спортивного интереса, ну что, прикиньте, что к чему, куда и как. Я пока, ну что, самый классный был. Это помогает. Так, ладно, ну что, извините, что, ну, уже впал чуть-чуть, ну что, в крайность, но видите, ну, в чем прикол, что в целом ситуация офигеть, сколько вот я играл и до того, ну что, я списал, все супер. Извините, что долго и нудно, как обычно, но я старался только для вас. Всем спасибо, пока.